Тук-тук, дети Одина, сын Асгарда пришел. Сыновик Фрида. Что это такое за хуйня? Это что такое? Кто это? Я что-то не понял, блядь, кого там обозвал, слышишь? Тебе что, надо втащить, что ли? Алло, выходи на честный бой, а потом пойдем с Бигфутом разбираться. Ты кто есть-то, эй? Я кто есть? А ты кто есть такой по жизни? Алло, слышишь, братик? Чё, я могу тебя, позову? Блядь, вылечить. Я могу вот тебя вылечить и дать всё. Предмет. Что с тобой сделать? Вылечить тебя или дать предмет? Вылечить его. Давай мы тебя вылечим, ты одержим, слышишь? Миша. По-моему, ты одержим. Слышь, ты чё моего братца обижаешь, блядь? И чё тащить, слышишь? Фонарик. Нихуя, блядь. Ой. Всё, на стол запрыгнул, попрыгал на одной ноге и дал мне 25 копеечек. Слышишь? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь, мать? Ты чё дерзишь, блядь? Ты чё дерзишь, нахуй, блядь, здесь, нахуй? Ну-ка, нахуй, отсюда, блядь! Ой, я пошёл. Всё, наложил штаны и слился. Минуточка импровизации и угарчика, блядь, да? Нормально. Давай. Импровизация, немножко угарчика. Кстати, мы так и не сказали, что вообще это за игра. Да. Это Бигфут. Бигфут у нас... Это Бигфут. Дядя Женя, наверное, я не знаю. Да, 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 да. Там где-то у нас позитивный... Позитивный флекс. Позитивный флекс. Низкий верхний какой. Все танцуют. Все танцуют нижний флекс. Какого брожения? Нижнего, верхнего, верхового. В смысле, ты член, бля, охренел, что ли? Иди. Добавляет, блядь. Что-то там у Алекса Дискорд. Дискорд. У меня сейчас Дискорд еще эффектов, блядь, добавляет. Опа. А винтовку-то все взяли вообще? Да. Я взял винтовочку, я взял. А кто все патроны спиздил, между прочим? А они в ящике лежат. Смотри, смотри, вот патроны лежат, смотри, вот в ящичке на улице. Я не брал, нет, на улице в ящике. Кто забрал все патроны, бля? Чем мы будем Асгард защищать? Что мы будем делать? Я пять патрон. У меня пять патрон. Вот, Алекс, в сундучке на улице. Сундучке на улице? Вот. Да, но сундук... Полутал. Ты, Миша, только... Нет, вот же пули для ружья. Вот. Залутал. Смотрите, лежат. Позвольте, вот же лежат патроны. А вот, нет, да, я же говорю, да. Спасибо. Тут просто был один залутан, а один нет. Короче, давайте вы мне расскажете, что мы будем сегодня делать. Неужели мы будем, правда, охотиться на Бигфута? Давайте побегаем по лесу, пособираем цветы. Поизучаем флору и фауну, да? Флора и фауна — это всегда прекрасно, это просто изумительно. Да вообще. Просто охуеть не встать. А что валяется у нас в кузове? Посмотри, что за труп? Чей труп уже лежит в кузове, а? Чей труп? Это Биг... Не мой. Чей труп? Не твой. Мы его не Кстати, увезли в клетке на вертолете. Где стоп-хам? Было дело там какое-то. Хватает немножко стоп-хама, надо, блядь, парковщик. Сука, я все равно, блядь, яркость, что прибавлял, что не прибавлял, все равно нихуя не видно. Ладно, пошли. Так. А что вы не забрали? А, есть всякая шляпа это, да? Шляпатрон такой, да. Берите. Шляпатрон. Так, Жень, смотри, получается, мы попробуем с Алексом стрелять, а ты попробуй из ракетницы его шмалять. Так, это цифра 2, да, ракетница? А ты кричи. А мне просто кричать, нормально. Хорошо. Что-то игра, по-моему, тихо какая-то. Громкости бах. У Алекса звука А. Все. А. Давай 26 хотя бы сделаем. А. Звук такой был. Роботизированный. А. Я сделал погромче звук. Если что, я сделал погромче звук. День второй уже, да. Пока тут стояли, уже второй день. Два дня куражились. Два дня стояли, мы выясняли, кто дитё Асгарда, понимаешь? Кто к кому пришёл, да? Два дня стояли, дурака валяли, блядь. Это что такое сейчас было? Где, в смысле? Из кустов там, что это было сейчас? Это Бигфут. С кем, интересно? Он наблюдает. Он извращенец, просто он наблюдает. Дипломатию включает? Это охотнички, блядь, а? Охотнички. А помнишь, мы тут медведя видели? Из жизни медведей. На хуторе мы были. И бабочек ловили. Что-то тут грибов много, я смотрю. Что-то дохера грибов. Мухоморчиков что-то много здесь, да. Мухоморчик. Олег, ты там не подбирай больше ни мухомора, ничего, ладно, на тебя это плохо влияет. У тебя что-то с голосом становится. О, а это что такое? О, блядь, красный череп.
Скажи вот тебе, блядь, дети Асгарда. Что вам надо от меня? Отойдите. Топ, ходится я череп. Я череп. Спичь мне свое дуло, человек. Иди отсюда, что тебе нужно. Да. Блядь, да. Иди отсюда. Клево ты озвучил череп. Ну так что? Я не озвучил череп. Не тыкай мне в задницу. Что о, мухи! Делаешь, отойди. Фу, мухи, 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 прям жужжат капец. Мухи жужжат. Мухи жужжат капец, блядь. Мухи жужжат, мы здесь ничего не делали, да, нормально все. Мухи жужжат. Я ни при чем. Я ни при чем. А мухи жужжат. Мухи жужжат. А я ни при чем. А я ни при чем, что мухи жужжат. А мухи жужжат. А я ни при чем. А ни при чем, ни при чем, ни при чем. А мухи жужжат. Зазад. Я ни при чем. Вы в курсе, что вы черепу спели песню только что красному? Ода, ода черепу красному, ну. Ода красному черепу. Про мух. Ода про мух красному черепу. Мухи жужжа. А мы ни при чем. А мы точно Бигфута ловим? А мухи жужжат. Жабы кричат. Ква-ква. Ква-ква. Так, где же... Приятный. Это жаба из Асгарда, видимо, да? Никого жабы не звал человек. Вы слышали эту хуйню? Волк? Я слышал эту хуйню. Да. Какую, какую, какую? Где, где, где? Слушай, Олег, тебе надо было эту игру озвучить в реале. Причем все твоим голосом. Ты еще это сделал. Как в этом было? В пятницу 13-й. Да так и получилось. Блять. Алекс уже испугался. Очко, очко, шим-шим-шим. О, бежит, бежит, бежит. Вон он, вон, 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 вон. Блять, что происходит? Какого хера? Вон он туда побежал, смотри. Бигфут, Бигфут бежит. Кто побежал? Вот здесь где-то, где-то здесь, туда побежал. Иди сюда, дерьмецо. Вон он бежит, вон, 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 вон. Зачем ты к нему бежишь? Ты же не извращенец какой-то, правильно? Ты же должен убивать его, наоборот. Я и бегу его убивать. А, я понял тебя. Я же охотник. Ох ты, охотничек! Охотничек! Охотник! Я охотник! Ну, где-то там, куда-то туда. Помчался. Далеко убежал, блядь, никуда! Здравствуйте, госпожа Бревно! Как ваши дела? Госпожа Бревно? Как на болотах? Не мучают лягушки? Падут в отключку, нет? Алекс, мне кажется, ты что-то скрываешь от нас. Ну-ка, ну-ка. Это интересно. Расскажи-ка, что ты скрываешь от нас. Это уже интересно. Я слышал этот рык. Кто еще слышал этот рык? Я. Я предлагаю тебе, Олег, остаться с таким голосом. Не переключайся на свой обычный. Потому что ты эту серию реально сделал ужасный, понимаешь? Просто ужасный. Она, эта серия, она выходит страшная. Она выходит страшная очень. Она получается очень страшная благодаря твоей невероятной жизни. Что ты скрываешь от нас, Алекс, позитив? Что же ты скрываешь все-таки, а? У тебя есть одна попытка. Опа, 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 опа. Вон он, внизу, внизу, внизу. Вон бежит, вон, смотри, смотри, смотри. Вон, он там, мудло. А, да, побег, побег, гад. На, вот, блядь. Фига. Фига, он просто убежал, короче. Подождите, он просто съебался. Он послушал, прибежал, послушал, чем мы тут разговариваем. Скажи, ну его на. И вы смотрите. Но он сам испугался, я что-то говорю. Ты голос этот включаешь, он сам боится. Бигфутик как немножко, блядь, подобосрался. Не сыти, не сыти. В компот, компот. Ожидал, что на него будет охотиться, блядь, сын Одина. Поэтому решил, блядь, благополучно съебаться, блядь. О, он так светает. Что там? Это что за ведьма? Хуйня, блядь. Кто-то там за херня происходит, блядь. Я твоя совесть. Чё за хуйня? Там какой-то комарик летает, блядь. Комарик, комарик. Комары назойливые, блядь. Тот, кто будет назойливые комары. Мариком. Блять.
Бля, что какой кошмар, а? О, рассвет, отлично. Выхода нет. Какой пиздец, какой пейзаж. Ты. Слушайте, обновили знатно, да? Я же давно не заходил сюда. Да, ты давно не заходил. Обновили хорошо, да. Пошли на холме поставим. Давай на холм. Горцы. Как Дункан Маклауд, давай. Жахнись оттуда. Пойдем постоим на холме. Делать больше тут нехуй, давай на холме постоим, блядь. Полюбуемся пейзажем, бля. Хули делать-то еще, блядь, Бигфут, приди сюда, дитя леса. Тебя зовут дитя Асгарда, да? Иди сюда, мы король леса, это же у нас, блядь, медведь, правильно? В смысле, я упал? Бля, алло! Ты чё? Пиздец. Я упал. Сука, надо было с эхом сделать. Ты чё, братан? Пацаны, помогите. Как? В этих горах очень сильное эхо. Эхо в горах. Деревку скинуть? А можно разве? Можно так делать, да? Не знаю. Да нет. Ох, тебе Бигфут бежит! Внизу бежит Бигфут! Ну не к тебе, конечно. В смысле, чё ты чё, ёбок, блядь? Чё, блядь, тут где-то Бигфут пробежал. Блядь, слышишь? Кого чё убили-то, ёж? Твою мать, Бигфут бежит, у ёж твою мать! Вот, за Бигфут, сынок! Меня же пиздят! Бигфут пиздят меня! И меня взял! Чё вы там делаете, блядь? Меня Бигфут запиздил! Блядь, он вниз прыгает! Он прыгает! Стреляй! Нет! Стреляй! Да перезаряжай, кусок ты говна, блядь! Опять сейчас завалим Бигфута! Эй, он завис! Стойте там, я его ещё один убью, блядь, ножом! О, блядь, на! Туби! Туби or not to be, блядь. Туби or not to be. Смотрите, я Бигфута, блядь, нахуй ебашу. Красава, бро. И ножом причем. Еще красава. Давайте стойте там внизу или где вы. А мне нечем больше стрелять, бро. Да не стреляйте, я ножом его сзади валю. Все хорошо. У меня все, блядь, под контролем. Над контролем? Ой, он повернулся. А, он за мной повернулся. Я не буду на месте лучше стоять, да? А, да, даже стой просто так. Олег, ты умер, что ли? Лес забрал. Олег умер. Может тебя оживить? Сейчас Алекс добьет Бигфута, смотри. Я сейчас добью. Давай, я жду. Не переживай. Блять, у меня устал палец уже на левой кнопке. О, не переживай. Ты вообще никак не реагируешь. Не переживай. Сейчас придем. А дело в том, что разработчики сказали, что он стал умнее. Ну да. Я бы сказал, что он стал тупее. Потому что как мы его только не валили, блядь. Уже. И благодаря глюкам. И благодаря что он. Что, и благодаря тому, что он просто тупо стоит на скале, на кого-то смотрит, а я его со спины валю. Давай, Алекс, ты можешь, я знаю. Да я сейчас завалю его, все. У меня на спине дрон, если бы я взлетел как Карлсон, было бы классно, да. Я бы полетел бы, блядь, вот так. А, куда? Куда суть? А он за мной, Все, я поставил его обратно, да? А, все. Ручной Бигфут, блин. Блядь, вся скала в крови, смотри, фу. Вся скала в крови, какой. Ручной Бигфут, слушай, я ухожу, он идет. Я прихожу, он идет. Шикарно, слушай. Убить вообще не парится. Вообще на изя. Мы вообще не паримся теперь. Блять, у меня тут вся скала в крови. Самая короткая серия, да? По убийству Бигфута. Кто отмывать скалу будет, скажи, пожалуйста. Кто будет это делать? Не знаю. Сейчас мы тебя оживим. Белки, волки, блять, медведь, царь леса. Слушай, ему чуть-чуть осталось. Давай, немножко, кропалек. А то я сейчас ёбну, и все. Ты умираешь? Все. Ну мне написано. Давай, стоп, давай, подожди, я сейчас его убью. Давай, что, Алекс. Давай. Смотри, вот так. Все, опа. Упал. Сейчас коллегу, смотри. Вот он. Подожди, Олег, не нажимай. А, не, бля, вы нажали уже, ладно. Там нажимать на самом деле не надо. Вот это хорошо было. Да, это самая короткая серия. Самая короткая серия по поимке Бигфута называется. 13 самая минут. Короткая. Сколько мы играли? 15 нет, минут? Там 10 минут мы ржали, Олег, спали. Можно не считать. Там 10 минут ржача. А, мы 5 минут трейлеры стояли, да. Поэтому тут дело такое. 5 минут мы выбирали, что брать, и за 5 минут мы звалили Бигфута. Причем стоя и любуясь закатом, блядь. Да, на скале. Давайте посмотрим со скалы. Я же сказал, что надо пойти посмотреть, что там происходит на улице. Ты призвал Бигфута, дитя Асгарда, и он пришел, дитя леса. Вы приманили его, конечно, охуенно, блядь. Не остался такой, блядь, но он так эпично упал вниз. А ты его как резал? Куда я тыкал? Ножичком просто. Я тыкал ему куда? Ножичком просто резал ему. Ножичком куда? Просто чикал. Блядь, по яичкам. Ножичком по яичкам, блядь. Ножичком, как старые добрые времена, да? Как 90-е, блядь, ножичком по яичкам, блядь. И вот познал всю, блядь. Да.
весь этот антураж, блядь, 90-х. Так вот оно бывает иногда. Ну ему не надо было сюда просто приходить, да. Типа как в 90-х его заебошил, да, так вот прям? Ну вообще, да, с особой жестокостью. А хули он стоит, ничего не делает, блядь. Хотя у него лапа здоровая, он мог бы ко мне развернуться. Но он же на меня смотрел, он на меня смотрел, получается, ты его бил, вот и все. Он на тебя смотрел очень долго. Да. Он просто на тебя смотрел. Я двигался. Он не мог поверить, что дядя Женя зашел поиграть. Соскучился, бедняжка. Да. Он не мог понять, ты это или не ты. Да, да, он хотел поточнее уточнить, да? Он хотел просто, да, блядь, разглядеть тебя, видео. А тут я, блядь, ножичком, понимаешь, размахиваю. Он на такую хуйню даже внимания не обратил. А когда уже обратил, было поздно, блядь. Ножичек и яичко, блин. Давай продолжим. Давай мы не будем теперь убивать. Мне даже жалко его становится посреди серии. Мне просто Бигфута становится жалко. Лады. Давай, если он будет где-то бегать, на нас нападать, давай вообще мы ничего не будем делать. Будем просто стоять. Дадим ему фору, блядь. Дадим ему реально фору, блядь. Потому что это, ну я не знаю. Он, я тебе серьезно говорю, он, по-моему, умнее явно не стал. Ну да, он завис просто. Что-то лес как-то на... Что-то как-то лес, блядь, на него плохо влияет. Тут скучно, блядь, поговорить не с кем. Хорошо. Давай на зимнюю карту. Давайте, давайте, да. Давайте в следующую серию, давай. Все. Все. Подписывайтесь. Подписка. Точно. Да, точно.